Ну и смотрим за большинством. Куин Лунь, Ред Стар, кстати, очень неплохо играют хоккеисты из китайской команды в формате 5 на 4, 5 на 3 забивают. И 11 шайб они уже забили, а вот и 12-е. А вот и 12-е на дальней штанге. Посмотрите, Эндрю Миллер в очередной раз замыкает передачу партнеров. И это 12-я шайба в большинстве. 57-я попытка была у Куин Лунь Ред Стар. И, в общем-то, приблизились они к 20% реализации. Большинство, каждое пятое большинство реализуют. Но тут-то к Тихомирову никаких вопросов. Забыли. Забыли там Эндрю Миллера на дальней штанге. И шикарно, шикарно сыграл нападающий Куинь Луня. И забросил свою уже 7-ю шайбу в этом сезоне. Удалось очень быстро Куинь Луню реализовать лишнего. Ну и, конечно, Адам Крэкнал. Шикарный по точности ювелирный пас.